подошел полтора раза, ко мне точно два. Да. Ну, мы с Марой с тобой общались минут, типа, если семь. И я вот и говорю о чем. Ну, что, что, все время ты в совокупности даже полчаса не наскребешь. Ну, вот если взять вас всех в совокупности и просто вот так дробить это количество времени, я просто... Ну, просто, если еще сделать скидку на то, что ты нас видела впервые кого-то за два года, кого-то за три года, блин, кого-то там... То есть это нормально, что ты хочешь с нами увидеться? Ты не знаешь, что у нас происходит в жизни, и мы, если честно, мы видим, что происходит у тебя в жизни, но не понимаем. Иногда и нам нужно и действительно об этом переговорить более подробно, и это норма. Для того праздника существует, для того друзей туда и зовут. Чтобы с ними поговорить, а не чтобы они присутствовали, не чтобы они были манекенами, сидящими в зале, понимаешь?